Здравствуйте, с вами поисковый отряд, и я Александр Майоров. Сейчас мы находимся на учебном аэродроме СГАУ в Смышляевке. Сегодня героем, основным действующим лицом нашей передачи станет не какой-то военный образец боевой или военно-транспортной авиации, а вот такой маленький гражданский двухмоторный самолет Ан-14, который имеет еще другое такое милое домашнее название «Пчелка». В начале 50-х КБ Антонова приступает к проектированию самолетов короткого взлета и посадки. Несколько проектов были одобрены, но так и остались на бумаге. У каждой машины своя судьба. Одни рождаются легко при всеобщем одобрении, другие пробиваются с трудом. Эти слова генерального конструктора Антонова, казалось, предопределили будущее «Пчелки» Ан-14, самолета с непривычно сложной судьбой. Впрочем, обо всем по порядку. В истории авиации мировой были выдающиеся конструкторы, которые хотели делать самолет для людей. Это и братья Райт, это и Фил Боинг. В нашей стране это Яковлев и Антонов Олег Константинович, которые хотели создать самолет не для войны, не для каких-то глобальных задач, а для того, чтобы авиация служила человеку, человечество, и находилось рядом с ним, как автомобиль. И как результат, 47-й, 48-й, 49-й год был создан самолет для человека, для народного хозяйства нашей страны, который представлял из себя биплан с поршневым двигателем АШ-62Р, неприхотлив в эксплуатации, который мог взлетать с ограниченных площадок. Площадка подбиралась с воздуха, взлетной посадочной дистанции там 150-180 метров. То есть самолет, который мог приземлиться буквально там около деревни, площадка около воды. И этот самолет Ан-2, несмотря на то, что там ему уже более 60 лет, до сих пор находится в эксплуатации именно благодаря тому, что у него такие уникальные характеристики. И изначально Олег Константинович его создавал для людей и для народного хозяйства. Это перевозка, это посадка, это санитария, это противопожарные, это десантирование, до сих пор они работают. Это, ну, в конце концов, обработка полей. Самая высокая производительность при химобработке обеспечивал самолет Ан-2. Успех Ан-2, пусть он несовременно выглядел, пусть в 50-е годы его постоянно называли довоенным самолетом. Так вот, его успех, летные характеристики, универсальность использования, ремонтопригодность сделали биплан настоящим народным самолетом. Малая авиация Союза пришла туда, где не было таких дорогостоящих сооружений, как аэродромы. В высокогорные районы, в болотистую местность, на севера. Впрочем, были у Ан-2 и небольшие минусы. К ним относилась малая скорость и, как тогда казалось, большой вес машины. Можно и нужно было создавать новый самолет на замену Ан-2. Дальнейшее развитие с точки зрения увеличения и улучшения взлетно-посадочных характеристик — это было предложение, инициативное предложение Олега Константиновича по самолету «Пчелка», которая должна была обладать характеристиками взлетно-посадочными в два раза лучше, в два раза выше. Но бипланная коробка, она чем и какие недостатки имеет с точки зрения аэродинамики, это большое лобовое сопротивление и относительно низкая крейсерская скорость. Поэтому при создании самолета Ан-14 была выбрана схема моноплан, подкосный, раскосный. И вторая изюминка этого самолета, что двухдвигательная, это повышение надежности, и особенно надежности при отказе одного двигателя. Первый полет самолет Ан-14 совершает 14 марта 1958 года. Пилотирует машину летчик-испытатель Ли из Гейм. Первая машина использовалась в заводских испытаниях. Самолет был оснащен трехлопастным металлическим винтом и прямым стабилизатором с прямоугольными килями на его концах. Вторая машина имела уже двухлопастной деревянный винт, а третий самолет имел в хвостовой части большой люк для загрузки различных грузов и химикатов для сельхозработ. В виде опыта Олег Константинович Антонов намечает на карте 68 небольших населенных пунктов, не спрашивая, есть ли там посадочные площадки. Летчику дали задание приземляться в каждом пункте не далее, чем в 200-300 метрах от околицы. За три рейса он побывал во всех предусмотренных точках. Построенные экземпляры, они находили применение как «отнеси-принеси». То есть достаточно большое число их работало, в том числе и в армии, в ВВС, но опять как командно-штабной, разъездной, для того, чтобы ездить по точкам и садиться, самолет подлетел, вот мне нужно проконтролировать, где, как у меня полк стоит, разворачивается. Вот большая часть самолетов работала им вот в таких условиях. Товарищ генерал-майор. Здравия желаю. С
Самолет Ан-14 показывают и министру обороны Родиону Яковлевичу Малиновскому. При первом взгляде маршал пошутил: да это не пчелка, а целое пчелище. Ну, посмотрим, как она летает. С группой генералов на борту самолет, совершив небольшой пробег, взмывает в воздух. После небольшого полета и небольшого доклада по самолету министр сказал: прекрасный самолет, надо запускать в серию. Так самолет получил право на жизнь. Впрочем, после всесторонних испытаний и переделок по сравнению с первым образцом, пчелка изменилась. Опытные образцы послужили базой для создания серийной версии Ан-14А. Также на базе Ан-14 было построено несколько опытных самолетов. Одна из проблем при создании этого самолета была проблема с двигателем. То есть это поршневой двигатель, пятицилиндровый, двигатель украинский, АИ Ивченко 14. Первая проблема – это была недостаточная мощность двигателя, 240 лошадиных сил. И вторая проблема – это проблема с винтами, которые должны были обеспечить торможение в процессе пробега. Ну и последняя модификация самолета Ан-14 была оборудована двигателями АИ-14Р редукторный, F-форсированный. Мощность двигателя довели до 300 лошадиных сил, и флюгируемый винт обеспечил максимальное торможение при пробеге. Самолет, поскольку предназначался для эксплуатации с грунта, оборудован трехколесным шасси, пневматики низкого давления. Давление позволяет сажать самолет практически на неподготовленный грунт. Нет необходимости проверять. Значит, оно имеет две основные опоры. В качестве доработок была увеличена база шасси для того, чтобы избежать больших кренов при посадке. И переднее носовое колесо. Особенность передней опоры самолета, то, что она носовая, раз, максимально вынесена вперед, два, имеет рычажную конструкцию, оборудована амортизатором гидравлическим. Самолет должен был разворачиваться на площадках ограниченных размеров. Условно, для этого самолета площадка, на которой он должен разворачиваться, равна размаху крылья 25 метров. Для сравнения, для разворота самолета Ту-154 требуется 300 метров. И для самолетов классической схемы разворот для таких шасси осуществлялся передней стойкой шасси, самоориентирующейся, то есть ведет, куда нос идет. И разворот обеспечивался разнотягом двигателя и подтормаживанием левой и правой тележек шасси. Здесь есть режим работы шасси, самоориентирование. И второе, есть принудительный поворот колеса. То есть это гораздо комфортнее с точки зрения обеспечения разворота, координированного разворота на площадках ограниченного размера. Значит, если говорить про особенность кабины по сравнению с самолетом Ан-2, самолет Ан-2 на взлете и посадке трехопорный шасси с хвостовым колесом, ограниченный обзор вперед. И здесь кабина максимально вынесена вперед, дает достаточно большой обзор. Еще особенность этого самолета с высокоэффективным крылом, с двухщелевым закрылком и с прикрылком, что испытание самолета на штопор, одни из наиболее опасных, показывали, что самолет в штопор практически не входит. Самолет просто мягко парашютирует, потом опускает нос, разгоняется и продолжает полет. Вход в салон осуществляется через люк в хвостовой части фюзеляжа, две расходящиеся створки и лесенка для захода в салон. Оборудование салона предполагало размещение 6 кресел, по 3 кресла по каждому борту. И ответ обусловлен был назначением самолета, что это командно-штабной самолет, рассчитанный на перевозку. Ну и вот хвостовая дверь, она в том числе позволяла использовать самолет для десантирования через хвостовой люк фюзеляжа. Кабина экипажа, она рассчитана на одного пилота. Это она классическая для самолетов, созданных в ВКБ Антонова. То есть это выдвижной штурвал, это характерный штурвал, управление элеронами, ножные системы управления. Причем система торможения, она здесь уже выполнена как для больших самолетов. Не через тормозные клапаны Пу-7, Пу-8, а при нажатии верхней части гашеток затормаживается соответствующая левая или правая тележка шасси. Необходимый комплект пилотажных приборов, навигационных приборов, приборов контроля силовой установки для первого двигателя. Ну и здесь вот выделена температура головок цилиндров для правого и левого двигателя. Все остальное у него классическое. Пульт управления двигателями, руды, рычаги управления двигателями. У этого двигателя есть раздельный рычаг управления дросселем, мощность двигателя, рычаг управления винтом.
малый шаг, большой шаг. Это для левого двигателя, то же самое для правого двигателя. Ну и кроме того, поскольку винт у нас флюгируемый, то принудительный ввод винта во флюгер осуществляется электрическими контактами, флюгерами, кнопками флюгерами, кайфонами. Если они вот в верхней части располагаются. Ну и при полете в условиях отрицательных предусмотрен подогрев воздуха. На левом нижнем пульте располагается панель управления магнита правого двигателя, левого двигателя, система запуска, зажигания, кнопка пуска, управление процессом запуска, тумблер включения генераторов левого и правого двигателя и воздушная система, манометр баллона, манометр в тормозах, манометр баллона, кран отбора воздуха из воздушной системы. А воздушная система используется для в системе запуска левого и правого двигателя, в системе торможения и в системе управления механизацией и управления электрическими потребителями, включая обогрев, основные потребители. На верхней панели располагаются органы управления радиостанциями. Частота приемника передатчика, один комплект, резервный комплект, режим работы АРК, громкость режима работы. С этой стороны располагается противопожарная система. На пути пчелки в массовое производство то и дело возникал ряд препятствий. Чтобы доказать, что самолет надежен и комфортен, Антонов организует длительный перелет и приглашает на борт корреспондентов журнала «Смена». Из воспоминаний журналиста Виктора Сажина. «Нас было 5 человек, работников журнала. Кроме меня, Бут, Мишин, Семенов и Новожилов. Нам предстояло облететь на пчелке всю западную часть страны, проверяя работу самолета в совершенно различных условиях. Представьте себе такой маршрут. Киев, юг Украины, Краснодар, Адлер, Тбилиси, Баку, Астрахань, север страны, Холмогоры, Петрозаводск, Ленинград, Прибалтика и вновь Киев. Это ни много ни мало 53 посадки. Часть из площадок приземления выбиралась самим пилотом. Это был незабываемый перелет над горами и водными просторами, над лесами и городами, над полями и над реками. Полет в различных климатических условиях при любой погоде». И самолет, отработав на отлично, и журналисты, разрекламировав новый самолет на весь Советский Союз, блестяще справились со своей задачей. Казалось бы, только налаживая массовое производство, но не тут-то было. Заказчик вновь меняет требования. 7 пассажиров – это хорошо, но мало. А нельзя ли 11? А 12? Иначе машина не годится, она ведь не рентабельна. Да и скорость давайте не 200, а 300 км в час, и число пассажиров не меньше 11. В КБ Антонова уже ходят злые шутки. Сделаем на 11, а экономисты вновь покачают головами и скажут «маловато, вот бы 13 или 15». И вновь бесконечная цепочка испытаний, непрерывно на ходу модернизируемой машины. Все это окончилось тем, что за 10 лет, а именно столько, машину доводили. Так вот, за 10 лет самолет отстал от времени, и стало всем окончательно ясно, что машина в серию не пойдет. Как и у любой истории, у судьбы пчелки есть свое логическое продолжение. Продолжением этой серии стал Ан-28, серийное производство, которое передали в Польшу, и Ан-38, выпущенный у нас совсем уж небольшой серией. А немногие оставшиеся в живых, дожившие до наших дней пчелки, как правило, находятся на музейном хранении вот в качестве таких экспонатов. С вами был поисковый отряд, я Александр Майоров. Не прощаемся.